Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала, с вами снова Юлия. И сегодня я хочу вам показать и рассказать о том, как я делала обложку для фотоальбома. Обложка сделана у меня изо льна. Я очень люблю этот материал, он очень приятный, тактильный, он хорошо чистится, а также довольно-таки долговечный. Обложка мягкая, но она не пухлая, но она такая вот мягонькая, потому что внутри я вставляла флис. Прошитая, завязывается обложка на репсовую ленту розового цвета, которая сочетается с шейкером. Украшений я добавила совсем чуть-чуть, потому что желание заказчика было, чтобы кружево исключить. Минимум украшений. Ну что ж, минимум так минимум. Поэтому я сделала шейкер, в котором пересыпается микробисер с золотыми пайетками. Также есть надпись «Альбом», немножко цветочков. И вот, в принципе, это как бы и все. Как я делала обложку, я вам сейчас покажу и расскажу. Для обложки мне потребуется переплетный картон толщиной 1,5 миллиметра, размером 22,5 на 27,5. Также для корешка я беру плотный картон толщиной 300 грамм на метр. То есть это вот такой вот прессованный картон, но он гораздо тоньше, чем переплетный картон. Потому что корешок, он должен быть подвижным, он должен быть мягкий. Поэтому, соответственно, что я беру вот такой вот картон. Как правильно рассчитать ширину корешка? То есть вот смотрите, у меня основа переплета 7 сантиметров. Я делаю дополнительно плюс 5 миллиметров на ширину. То есть вот здесь вот у меня получается 7,5 сантиметров, и отлет, который будет приклеиваться на основную обложку, 3 сантиметра. То есть получается у меня здесь 3 сантиметра, 7,5 сантиметров и 3 сантиметра. Внутреннюю часть корешка мне надо будет пробеговать. Делаю я это с помощью доски, продавливаю линии для того, чтобы корешок был подвижным. Вот такой ребристый корешок у меня получился. Также я пробеговала линию сгиба. Сейчас я ее загну. Этот картон хорошо поддается сгибанию. Он не ломается на месте сгиба. И, соответственно, что корешок будет надежным. И сейчас мне надо будет приклеить основной лист обложки к корешку. Снаружи корешок я проклею бязью. Это для надежности. Делаю бязь такого размера, чтобы она выступала на 1,5–2 сантиметра снаружи. И загну их на внутреннюю часть переплета.
когда клей немножко подсохнет, обязательно вот здесь вот продавите вот этот паз. То есть, чтобы ткань не была натянута в ровную линию, а именно шла вот с таким вот пазом. За счет этого корешок хорошо встанет в обложку. То есть это обязательное условие, чтобы вот здесь вот пазик вот этот был соблюден. Эту внутреннюю часть я тоже буду декорировать. То есть она не останется вот такой вот зеленой. То есть здесь будет декор. Для придания обложке мягкости я беру тонкий флис. У меня будет обложка из мой любимого льна. И, соответственно, что я тогда беру белый флис. То есть какой цвет ткани, под ту ткань я подбираю цвет флиса. То есть здесь вот у меня белый и светло-серый лен. Сейчас я нанесу клей на внешнюю сторону обложки и приклею ее к флису. Лен для обложки я вырезаю на 3-4 сантиметра шире, чем размер обложки, для того, чтобы был хороший загиб. Приклеивать сам лен к картону я буду на клей ПВА. Клей ПВА у меня столяр, он довольно-таки густой, не промокает, не изводит картон, то есть позволяет время высохнуть, и картон остается ровным. Сначала я клею вверх-вниз, а затем я буду склеивать вот эти вот боковые отлеты. Самое главное, не забыть про паз в корешке. То есть его обязательно надо продавить. Ткань на лицевой вот здесь вот стороне я не приклеиваю. То есть у меня приклеен здесь только флис. Вот этот вот флис. Ножом я обрезала, чтобы он был у меня ровно срезан. Потому что ножницами не получается. Он все равно получается как бы зубчиками. И на лицевой стороне обложку я ничем не приклеиваю. Сейчас я буду загибать вторую сторону. И самое главное, не натягивать ткань, когда вот сейчас вот будут этот гиб приклеивать. Иначе обложку тогда перекосит. А если сделать вот как вот она лежит в спокойном состоянии и также загнуть это все, то она получается ровно приклеенная. Чтобы сделать красивый и аккуратный уголок, то вот этот вот отлет, который был загнут, надо вот так подрезать, срезать вот здесь вот полностью, нанести клей на внутреннюю часть уголка этот уголок аккуратненько вот так вот подвернуть. Вот.
и после этого нанести клей вот сюда на уголок, на ткань, и этот уголок промазать также клеем. С этой стороны я сделаю точно так же. И точно так же, не натягивая, я загибаю уголок вовнутрь. Как видите, угол загнулся ровно 90 градусов. Он не махрится, он аккуратно спрятан. Ну, вот сейчас мне надо просто дождаться, когда клей высохнет. Давайте я поближе вам покажу. То есть вот получается ровно загнутый уголок. Когда клей высохнет, он станет прозрачным, и его не будет видно. Для украшения обложки мне надо сделать шейкер. Делать я его буду из плотного картона, из пивного картона, скраповой бумаги, а также я вырубила в виде сердечка, как и саму основу, вот такую вот пластиковую крышечку. Это картон у меня 300 грамм на метр. На него я буду приклеивать скраповую бумагу. Затем я также из этого картона вырубила два вот таких сердечка с окошечком. Их я склею между собой. Затем приклею на основу. Следующий у меня пойдет наполнитель для шейкера. Вот такой вот микробисер. После этого я приклею пленку. И сверху будет одеваться у меня вот такая вот окончательная рамочка.
Когда обложка у меня просохла, я со стороны, с изнаночной стороны прокладываю строчку по всему периметру обложки, одновременно пришивая ленточки. Если альбом у меня завязывается на ленту, то, соответственно, ленту я пришиваю сразу же, когда делаю строчку.
После того, как я задекорировала корешок обложки, мне сейчас надо будет вклеить весь блок альбома. Для начала мне его надо выровнять. А затем вот эти вот оставленные тканевые отлеты я приклеиваю на обложку. И сначала я жду полного высыхания с одной стороны, а потом точно так же я буду приклеивать с другой стороны. Чтобы выровнять перепад от льна и в дальнейшем, как бы, чтобы форзац не проявил вот эти вот стыки, я беру лист акварельной бумаги и вклеиваю на площадь обложки. После того, как отлет приклеен и просохла акварельная бумага, то есть полностью она приклеилась к обложке, я вклеиваю страницу форзаца. По всем сторонам я отступаю по 5 миллиметров. И вот мастер-класс закончен, обложка стоит на своем месте, альбом полностью собран. И скоро я сниму видеообзор по альбому, где будут показаны, как я воедино собрала все страницы, то есть то, что у нас было поэтапно, сейчас будет собрано все в едином видео. Это видео будет заключительным по целой серии
мастер-классов, которые я делала по вот этому альбому. Я очень надеюсь, что вам понравился этот альбом. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а продолжение следует.